Так, ребята. Уверен, что Нейтан Голд упоминал. Продолжаем играть в Крайзис. Крайзис 2. Так, ну... Мы... Я уже забыл, что произошло тут. Давненько я не играл. Ну ладно. Будем вспоминать. Потихонечку вспомним. Так, сейчас ночь, поэтому я говорю так. Что если взорвать всех этих политиков, что-то изменится, увы. Я даже управление забыл за это время. Представляете? Насколько все печально. Но ты можешь мне не верить. Зачем, право слово? Так. Должно быть заслужено. Ну, иди, понятно. Сам. Я буду помогать тебе, как смогу. Кто такой Харгрэв? Тебе придется спуститься в самое сердце этого гадюшника. Там есть то, что тебе понадобится. Ну, окей. Основные системы в норме. Костюм готов к работе. Так, мне бы оружие найти. Костюм-то готов к работе, а я-то не совсем готов. Я совсем забыл управление. Окей. Контрольная точка. Хорошо. Офигеть. Он просто забрал их. А я в порядке. Да, жесть. Так. А пистолета нету. Печально очень. Сейчас я убавлю звук. Так, думаю, без звука более лучшая атмосфера. Ну, более мне понять. А здесь, похоже, перерабатывали важных шишек. Как и подобает их статусу. Понятно. Так, нам надо туда. Окей. Горит огонь. Что за пауки? Почему их... Полная зачистка — идеальное решение, не так? А, точно, я их могу раздавить. Чистки вируса рогатого скота 2 года назад. Или вспышку коровьей энцефалопатии в прошлом месяце. Хороших можно раздавать. В том, чтобы уничтожить животных, это просто. А в устранении остатков, как избавиться от миллионов гниющих труб? Слушай, он убегает. Ладно, идем дальше. Земли, сводят к нулю воздействие окружающей среды. Образцовый метод. Куда он бежал? Ну, ладно, пофиг на них. Мне бы найти пушку. Им было бы неплохо. Без пушки как-то я не уверен себя чувствую. Случай. Хорош. О, сколько их тут. Иди сюда. Ладно, пофиг на меня. Все равно не так много дают. Сколько мне хотелось бы. Так я думаю, сюда я могу забраться, да. Так, а сюда. Окей, вот и пушечки наши. Бери пушку, чувак. Маскировка отключена.
Этот идиот не хочет. Окей. Все это время со мной были пушки. Так, все, я понял. Так. Да без глушителя, ладно. Пойдет. Что у нас за дверью? Пройди через сити холл. Окей, дробовик. Такой глушитель нам нафиг не надо, когда у нас дробовик. Зачем глушитель? Никогда это не понимал. Видишь, что здесь надеется? Превращают в биомассу. Зачем, спрашивается? Это было бы омерзительно, если бы не было столь захватывающе. Так, окей. Так, надеюсь, я правильно сделал? А, черт. Да погибает уже. Сволочь. Убить меня надумала. Готово. Так, где еще эти трупы? По-моему, всех перебил. А, пофиг. Патронов нету. Только дробовик. Так, это что у нас там такое? Не надо мне приключений. Хаюшки. Блин, как же энергия быстро тратится. Это не есть хорошо. Так я забыл, как там тратить эти очки умения. Ну ладно. Сейчас это не так важно. Давайте здесь посмотрим, боеприпасы есть. Так. Ну, вот они. Отлично. Все. Бежим сюда, вроде как, да. В эфире радио «Свободный Манхэттен». Хотите знать, что новенького приготовил для нас большой брат? Мало ему было на наши денежки наводнить город уродами в камуфляже. Теперь нам докладывают о выводе на улицы. Вот она как точно. Так, у нас есть сколько штук? 1100. Контроль обстановки. Что это такое? Глушение звука. Приглушение звука на ваших шагов. Окей.
чем пушка лучше, чем наша. Какой-то моторный, легкий дробовик. Глушите. Ладно. Так, окей. Ой-ой. Здесь ты сможешь раздобыть некоторые элементы конструкции пришельцев. Корабль, подбитый сегодня для Вахалимократа, пристыкован где-то на ищи башню или шахтам. Окей. Блин, этих придурков тут дофига. Так, ладно, погнали. Хорош. Ах ты. Ладно. Так, вроде пока выжили. Где шум был? Не надо мне пугать. Сволочь. Посмотри вокруг, Алькатрас. Посмотри на ландшафт. Ты когда-нибудь хотел посетить другую планету? Считай, что ты почти на ней. Эх, будь у нас больше времени. Блин, он еще живой, посмотрите. Какой-то гад живучий. Так, давайте его сзади убьем. Так, где второй? Шо? А, вон он. Хорош. Так, ну ладно, идем дальше. У нас опять дробовик. Дробовик хорошее оружие, так что. Это не очень хорошо, когда свалятся такие глыбы. Как минимум неприятно. Ну ладно, начнем следующую серию уже с этого места. Думаю, вам понравилось. Так, ну ладно. Пока.
подписывайтесь на канал, ставьте лайки. I tell